думаю, любой результат, он закономерен. И та команда хотела выиграть. И у нас были моменты, и у Ахмата были моменты, но в итоге не реализовали. Но ничья, я думаю, справедливый итог этого матча. Успевал ли во время игры подсчитывать голевые моменты, которые не реализовали Ахмат и Оренбург? Ну, Ахмат я не считал голевые моменты. Так было, я бы не сказал, чтобы какие-то явные. Один момент в конце помню, голевой. Напряжение было у наших ворот, они создавали. В конце уже команда хозяев пошла в навал. Это как бы ожидаемо было. А у нас в первом тайме мы немножко неправильно, я думаю, играли. Во втором тайме тренер поправил в раздевалке некоторые моменты, и у нас 2-3 момента были очень хорошие, которые должны были реализовывать, но, к сожалению, только один момент получилось реализовать. Да, я не сказал бы, что команда на каком-то подъеме или на спаде. Мы идем от игры к игре, как бы готовимся ко всем играм одинаково, настраиваемся на победу. Где-то получается чуть лучше, где-то получается чуть хуже, но мы не делим игры на важные, неважные. Мы ко всем очень серьезно подходим к играм и хотим выигрывать. И крайний вопрос. В каком настроении покидаете Грозный? Ну, смешанное настроение. Конечно, хотелось и выиграть. Но по игре, я думаю, если бы до игры сказали, что мы сыграем здесь ничью, я думаю, мы бы не особо расстроились, скажем так.